это. Тоже мама, да? Нас мало. Много. Все мы дома находимся. Каждый за своим чадом ухаживаем, лелеем. Но в школе для этого количества мам мама одна. Надежда Викторовна. И все и оденет, и накормит, и проводит. И научит. И научит. Их нет. Они все спрятались за девочками. Ладно, девочки просто поют. Славы, солнышко, мама моя, утро меня нежно будет. И небеса скрывается улыбкой я, чтоб улыбнуться всем людям. Мама. Thank you.
да, да. Пощупайте, пощупайте. По одежде хоть. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Молодцы. Я думаю, у вас еще будет
в гостях. А еще мама проводит много времени на кухне. И вот сейчас мы узнаем, какие предметы мамам в хозяйстве помогают. Я вам читаю загадки, вы будете отгадывать. Помогать я маме буду. С ней я вымою. Молодцы. И оладьи, и омлет, и картошку на обед. А блины, вот это да, жарит все. Сковорода. В брюхе у него вода, забурлила от тепла. Утюг. Как разгневанный начальник быстро закипает чай. Это кушанье для всех, мама сварит на обед. И половник тут как тут, зальет тарелки в суп. Слушайте, ем столовый суп в обед, чайный пробую десерт. Дайте мне еще немножко. Где моя большая? Ложка! Так. На одной широкой ножке у нее 4 рожка. Но она совсем не пилка. Для котлетки мяса пилка. Всем она всем очень нравится. На блюдечке красавица. С одной рукой у милашка голубенькая. Чашка! У кого ответа нет? В чем сварить себе обед? На плите стоит кастрюля. Суп сварить нужна? Кастрюля. Кастрюля нам нужна. Вот тут уже мужика заберутся. Наша. Да. Мы же даже петь не можем. Так, поддержим давайте наших мам, которые старательно у нас вспоминают наше расписание уроков. Легче всего, наверное, вспомнить пятницу, да? А тут сегодня пятница, недавно собирали портфель. Давайте минутку еще. Скоро будем. Давайте. Я тоже хочу. Я тоже хочу. А вы будете сейчас проверять и посмотрим, как вы помните наше расписание, да? А списывать не надо. Точно. И родина.
не было окружающего мира по понедельникам. Значит, математика, родная литература, психологическая азбука, письмо. У нас понедельника письмо. Так, ну, какого не было урока у нас? Письмо. Письмо. Психологическая азбука по понедельникам. Все-таки тебе надо, что у нас есть ребята, побежать. Наташа и Алена.
подожди, сейчас. А старшая сестра учила младшую читать. Оленька выучила все буквы, а читать не может. Не получается. Не складываются у нее буквы в слова. Большая, маленькая? Маленькая. Маленькая и палочка. Это что-то съедобное, наверное? Да. Съедобное? Ну ладно, ну хорошо, наверное, это яблоко. Правильно. Молодцы, кто еще желает? Все молчат. Никто не подсказывает. Все молчат, не расстраивайся. Вот снежок. Вот, видите? Молодцы, давайте мы пойдем. Молодцы. Молча. Да. Нет, мы тебе другую картинку покажем. Ты молча попробуй маме показать. Вообще без слов. Жестами. Жестами. Без слов попробуй объяснить, что там нарисовано. Показывать руками. Показывать руками. Близко. Да. Ух ты. Вообще, видите, как мы без слов понимаем друг друга. Спасибо. Еще одна парочка желающих. Ну, еще желаем. Пошли. Итак, конкурс будет называться «Расписание уроков». Вам нужно сейчас вспомнить, какое расписание уроков на всю неделю ваших детей. Работаем. А мы пока... Я бы вспомнила, что ты а у них после неправильно, не надо подсказывать. А вы не подсказываете. Пусть мама начнет. Вот там расписывается. Работа там расписывается. А им не видно. Итак, а пока наши мамы работают, мы с вами... Скажите мне, пожалуйста, а все мамы много-много времени проводят? На работе. На работе. В гостях. В гостях. В гостях. В гостях. В гостях. Сейчас мы узнаем, какие предметы мамам в хозяйстве помогают. Я вам читаю загадки, вы будете отгадывать. Помогать я маме буду. С ней я вымою посуду. Молодцы. И оладьи, и омлет, и картошку на обед. А блины, вот это да. Жарит все. Сковородке. Сковорода, да, да. В брюхе у него вода. Забурлила от тепла. Утюг. Как разгневанный начальник быстро закипает чай. Это кушанье для всех. Мама сварит на обед. И половник тут как тут. Кастрюля.
в обед. Чайный пробую десерт. Дайте мне еще немножко. Где моя большая? Ложка! Так. На одной широкой ножке у нее 4 рожка. Но она совсем не пилка. Для котлетки мяса пилка. Всем, она всем очень нравится. На блюдечке красавица. С одной рукой у милашка голубенькая. Чашка. У кого ответа нет? В чем сварить себе обед? На плите стоит кастрюля. Суп сварить нужна? Кастрюля. Кастрюля нам нужна. Вот это уже мужик из Наша. Наша. Да. Мужик даже петь не надо. Поддержим давайте наших мам, которые старательно у нас вспоминают наше расписание уроков. Легче всего, наверное, вспомнить пятницу, да? А тут сегодня пятницу. Недавно собирали портфель. Давайте минутку еще. Скоро будем. Давайте. Я тоже хочу. А вы будете сейчас проверять и посмотрим, как вы помните наше расписание, да? А списывать не надо. Я забыла, какие предметы вообще есть. Математика, культура, музыка, азбука, письмо. Родной язык. Родной язык. Ладно, можете по порядку, можно просто. Родная литература. Готовились? И садочка у нас есть. Лёма, Свет, не много ли? Немного.
Мама лучше. Мама любит. Мама любит всех на свете. Мама первый друг. Мама любит не только детей, но и все вокруг. Если что-нибудь случится. Если что-нибудь случится, если да, мамочка придет на помощь, выручит всегда. Мама много сил здоровья отдают всем нам. Значит, правда. Нет нас в свете наших лучших мам. Так. Спасибо большое. Мы немножечко волнуемся. Дорогие любимые мамы, наш папа, который здесь поддерживает нас сегодня, сильное мужское плечо, это так приятно, когда оно рядом. Разрешите поздравить вас с наступающим семейным праздником, с Днем Матери. И сегодня мы собрались здесь, чтобы показать, как дорого нам ваше внимание, как приятно, когда родители и дети бывают вместе. Пусть сегодня вы немножко отвлечетесь от каких-то семейных бытовых трудностей каких-то, да, от ежедневных забот. И немножко мы с вами сегодня поиграем, повеселимся, поговорим о том, какие же они наши любимые мамочки. Итак, Алёша, Ильмир, Эмилия, Богдан. На свете добрых слов немало, но всех добрее и важнее. Одно из двух слогов простое слово «мама». И нету слов дороже, чем оно. В этом слове наше счастье. Наша жизнь. Наша жизнь и красота. Мама, мамочка, родная. Вот ты святым всегда. Надеюсь, теперь... Как хочется нам. Как хочется нам много слов сказать. Женщины на земле, чтобы у нас и... Раздружный класс поздравит рад всех мам на всей планете. Спасибо, маме говорят и взрослые, и дети. Спасибо. Сейчас на минутку прикройте глаза и скажите это слово «мама». Про себя можете или можете немножко вслух сказать, шепотом. Почувствовали, как сразу на душе стало теплее? А как вы думаете, почему? Почему стало теплее, когда вы говорили «мама»? Ну почему? Ну давайте, давайте, поактивнее. Алёша, как ты думаешь, почему становится на душе нам теплее, когда мы говорим «мама»? Не знаю. Наташа? Потому что это наш, типа, ангел-хранитель. Может быть, да, это наш ангел-хранитель. Как вы еще думаете, почему нам становится теплее, когда мы про маму думаем? Мама хорошая, да. А сейчас давайте поиграем в игру «Моя мама самая-самая». Вот вы сейчас по очереди называете, говорите «Моя мама самая-самая» и говорите, какая она самая. Может быть, она что-то лучше всего делает, что вам больше всего нравится, или еще что-то. Давайте поиграем. «Моя мама какая самая?» Какая мама самая у тебя? Быстрее, 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 быстрее. Что ниже? Хорошая, она сказала. Да. Дальше передавай. Дальше передавай. Какая еще мама у тебя? Добрая. Мама самая добрая, Милан. Мама какая? Самая красивая. Самая красивая. Дальше. Тоже красивая. Дальше. Я мама самая милая. Самая лучшая. Так. Мама самая лучшая всех. Так, лучше всех. А у тебя мама что лучше всего делает? Что готовит вкуснее всего? Она картошку фри. Картошку фри вкуснее всего готовит. Замечательно. Сейчас мы много нового о мамах узнаем. Богдан, у тебя мама что лучше всего делает? Мама красивая. Красивая мама. Так, Алёша, что тебе больше всего в маме нравится? Самое-самое. Моя мама нравится то, что она все может успевать. Ух ты, мама какая. Что она на все красивая. На праздники вам приходит, очень приятно, спасибо. Мама хорошая. Да. Кто у нас еще там? А вон Мир остался. А и там еще. Да. У тебя мама что делает? Лучше всего. Мама
Варит. Варит, кушать мама вкуснее всего. Полина? Мама лучшая на свете. Так, мы передадим твоей маме. Мама готовит вкуснее всех. А что тебе больше всего нравится, что мама готовит? Самое-самое вкусное. Борщ. Борщ, вот, настоящий мужчина. Мама, вот папа, это мама. Мне мама готовила много сыра. Много чего? Сыра. Ух ты, замечательно, дальше. Алина. Мама самая добрая. Так, Егор, у тебя мама? Самая-самая какая? Слушайте теперь.